Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И, как вы видите, сегодня мы дружно в очередной раз собрались командой 4 пацана и 4 девушки. И что же это значит? Что это значит? Правильно, Никич! Один блок в студии. Здравствуйте. К большому сожалению, сегодня диджея нашего не будет, поэтому Костянчик-наркоманчик улетел куда-то на отдых на Мальдивы. Поэтому сегодня вот со всей этой... А ты тут, Костя? Да, здравствуйте. А чё тебя на серии нет? А вот я бежал. Куда убежал? Из страны убежал? Нет. Так включи нам хотя бы, музяку, включи нам хотя бы, чтобы мы серию начали. Давай, Костянчик. Ответственный молодой человек в серии сегодня не участвует, зато музыку все же включает. Вот похвально, Костя наркоман. Кофе же платит. Я ему кофе плачу за. Все, Костянчик, спасибо, все, можешь опять убегать из страны. Все, давай, спасибо, Костя. Я тут посижу лучше. А, ну сиди тогда тут, хорошо, мы не против. Вы стойте здесь, я сейчас вернусь, до свидания. Новая серия одного блока, если кто-то не знает, в чем заключаются правила, я сейчас быстренько тебе за секунду объясню. В этом мире из любого блока выпадает любой блок. Вот только что мне из земли выпал ель. Из травы выпадает береза. А из пшеницы выпадает оранжевая керамика. Моя команда сюда ко мне, и команда девушек вот туда, в другую сторону, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста, любезно все. 4 пацана. Хоть на самом деле в этой серии хлеба бы я с большой натяжкой пацаном бы назвал. Больше на бабу похож, голубенький. Вот. И 4 девушки, вот как вы видите. Мия, Картошка, Ержанчик и Стасичек. И у каждого из нас есть ровно 10 минут на секундомере. Через эти 10 минут все собираются в этом месте и проводят финальную битву. А за эти 10 минут нам нужно найти как можно больше шмоток, рандомных, случайных, которые выпадают также из случайных блоков. Все готовы? Хлеб, может, ты в команду к бабам пойдешь, не? Ну ладно, оставайся с нами. 10 минут, ни секунды меньше, ни секунды больше. Раз, два, и... Подожди, на канал подпишись, чтобы не пропустить новую серию. Подпишись. Я не могу на кнопку нажать, пока ты не подпишешься. Да пишите в чате, чтобы быстро все подписались, потому что я кнопку не могу нажать. Вот именно, ладно, все нажимаю. Опа, 10 минут пошли. Поехали, пацаны и девушки. Так, короче, мы уже знаем, откуда выпадает дерево. Мы большие молодцы. Сейчас я сломаю стекло, посмотрю, что отсюда выпадает. Но отсюда, как мы видим, ничего не выпадает. С кровати. О-о-о-о. Стасик, откуда у тебя уже куй железа? Слушайте, Лера, она славится тем, что она в каждой серии находит блок, откуда выпадают алмазы. Если ты, собака, в этой серии найдешь еще раз алмазы, это бан, это моментальный бан, потому что это сразу мы будем понимать то, что Лера читер. Так, отсюда ничего полезного не выпадает. Никич, найди хотя бы ты раз в жизни, откуда алмазы выпадают, потому что я не имею ни малейшего представления. Так, если еловые досочки поставить сюда, что выпадет с еловых досочек? Алхимическая стойка! Зельеварка выпадает. Ничего, прекрасно. Белая шерсть. Башка крипера! А из башки крипера лампа. А из лампы нифига. Опа! А ну меч одолжил. Спасибо. Хлебушек. Ты на него посмотри! Хлеб. Нифига себе, хлеб, откуда? Поделись секретом, пожалуйста, откуда? Ковер. А зачем ты палишь перед всеми? Так все же сейчас знают, что что-то выпадает из ковра. Опа, неплохо. Со ступенек что-то выпадает? Нет, со ступенек ничего не выпадает, к большому сожалению. Ладно, тогда мы с вами... Вот это сейчас очень неплохо. Хорошо то, что мы попробовали тот бок другой сломать. Так, в общем, какие у нас дела? Пацаны, сколько у нас осталось? Ровно 8 минут.
Главное, чтобы девушек здесь рядом не было. Так, это очень хорошо. Пацаны, скажите, пожалуйста, есть у кого-то верстачок? Или мне самому его скрафтить? Хорошо, я самому тогда его скрафчу. Сначала, мне кажется, каждому можно сделать по мечочечку. Хлеб, подойди сюда, хлеб, держи меч. Алмазики пошли, алмазики. Как хорошо то, что в этой серии я нашел первый, откуда выпадают алмазы, а не вот это Лера. Ладно, уже хлеб тоже нашел. Еханый бабай, пацаны, у вас все в этой жизни нормально или такое себе? А! Ты че, собака? Она меня в колодец столкнула! Пацаны, я не могу отсюда вылезти сейчас! Нет, ты че делаешь? О, спасибо большое тебе, банан. Чё бы я бы себя делал? Убейте, пожалуйста, Мию. Она где-то рядом здесь бегала. Мия, я же тебя сейчас найду. Ты посмотрите, подкралась просто сзади и столкнула меня в один колодец с этими жителями. Ах ты, собака-то такая. Неплохо. Банан, есть тебе нужно, держи железный меч. Буду добрым, одолжу тебе. Так, подождите, а чё я туплю-то, я не могу понять. Вся эта фигня состоит же именно из этих блоков. Хлеб, одолжи топорик, пожалуйста, если... Спасибо. Угу, спасибо. Бейте Мию, если увидите её. Угу. Опа. Кто мог предположить, то, что отсюда будут выпадать алмазики? Я выбил зажигалку! Или не выбил? Я выбил зажигалку? Если кому-то нужна зажигалка, здесь еще одна. Идите, забирайте. Только проблема в том, что у меня еды нет. Есть у кого-то еда? Дайте, пожалуйста, еды немножечко. Банан, дай еды. Гнилую плоть? Ты с ума сошел? Ладно, спасибо большое. Если кому-то нужна конская бронь, забирайте. Если кому-то нужны алмазики, тоже забирайте. А слушайте, а я не видел случая. А у девушек есть алмазы или нет? Опа, Леру застрелили. Так тебе и надо, а то в каждой серии вот смотрите на нее, алмазы добывают. Так, 27 алмазов, мне кажется, то, что жизнь более-менее удалась. Дай пожрать. Угу. У меня только что житель украл хлеб. Хлеб, тебя житель украл! И сейчас одеваемся полностью в алмазные шмоточки. Игорь, отойди, Игорь! Пацаны, кому-то вот это алмаз... Лерочка. Кому-то алмазный меч нужен? Если нужен, то кричите, сейчас крафтим. Хлеб, сзади Лера! А вот еще и Мия! Ладно, бегите, хлеб. Отмена миссии. Вот так мы сделаем, чтобы они на всякий случай не прошли. Еда есть? Банан, у меня житель еду своровал. Одолжи, пожалуйста, еще раз. Ладно. Будем тогда гнилую плоть кушать. Если другого варианта нет. Чё такое, банан? Какой ад, с ума сошел? Бананчик. Ты чё, реально портал в ад сделал? О, подожди, кто тут закрывается дома? Картошечка, я ж тебя не буду трогать, пожалуйста. Картошка, вернись сюда. Картошка. Ой. Ого, здравствуйте. Никич, догоняй Стасика! Я не знаю, как я картошку вырубил с трех ударов, но я, походу, большой молодец. Ладно, пускай Стасик убегает. Никич! Подойди, пожалуйста. Сейчас мы тебе мечочек заварганим. Иди сюда, держи, Никич, забирай. И текай отсюда. Слушай, так мы же убили картошку. Никич, иди сюда, у картошки здесь были какие-то алмазные шмотки. Забирай. Ой, половина алмазных шмоток, походу, взорвалась. Ну ладно, забирай. Морской источник! Первый раз такое вижу. Последняя минута, пожалуйста, найдите какую-то еду, потому что если мы не сможем сейчас все вместе найти еду, то мы тогда проиграем даже вот с таким вот шмотом. И скрафтите еще всем алмазные шмотки, если кому-то нужны. У меня есть 6 алмазов. Картошечка, здравствуйте, Йохан и Бабай. Картошечка, здравствуйте.
Опа, еще алмазик валяется. Верстак! Мне нужен верстак! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Опа, это выбрасываем. Быстренько, быстренько, быстренько. Я не знаю, если я успею, конечно, что-то Никичу скрафтить, это будет очень хорошо. Это сюда. И последнее, что я... А, не хватает! Давайте вот так, давай, вот так, алмазные поножи. И у нас осталось 15 секунд, осталось, пацаны, 15 секунд. Никич, как ты умер? Никич, если ты сейчас не сможешь свои шмотки поднять, ты все, ты проиграл, ты будешь голым бегать. У нас осталось 5 секунд. Как ты умер в последние секунды? Время вышло. До свидания. Все встречаемся на спавне. Кто не успел что-то скрафтить, ну тот лох получается. А Никич вдвойне лох. Так, у банана нет шлема. У Никича нет трусов, нормального шлема и нагрудника. Ну, Никич, ну смотри, держи трусы тогда, Никич. А ты, банан, ничего не держи. Держи лучше вот эти трусы, держи алмазные трусы. Я не знаю, банан, держи золотую конскую бронь, можешь примерить, вдруг налезет. Девочки, девочки, мы тоже как бы не пиписяки, если кому-то железные поножи и золотой нагрудник нужен, забирайте. А сейчас дайте еды. Есть у кого-то еда? У меня вообще еды нет. Дайте. Еду дайте. Спасибо за бамбук, но мне еда нужна. Все готовы? Ну давайте тогда. Раз, два, и три. Погнали, 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 погнали. Давайте все, все на Стасика, все на Стасика, все на Стасика, все на Стасика. Давай, давай, да, Никич, догоняй Стасика, догоняй Стасика. Сейчас мы ее окружим. Давай, балбешнику, точнее, по затылку. На перехват, банан, на перехват, на перехват, банан, на перехват. Да, минус Стасик. Минус Стасик. Так, где? За мной, давайте все за мной. На перехват картофаночку. Картошечка! Картошечка! Я два раза ее ударил! А меня-то за что бьете? Картошечка. Никич на перехват, давай с флангу, заходите с флангу. А, я ж тебя догоню, картошка. Я ж тебя снова догоню. Да! Минус! Так, минус две девушки, еще две остались. Еще Лера и Мия. Это кто у нас здесь? Лерочка! Здравствуй! На! Она улетела! Так, я немножко картошки себе смог надыбать. Прям очень мало. Я вижу Мию. И вижу Леру. Мия идет на перехват. Лера разбился в дребезги, спасаясь от хлебушек. Ну, слушай, как... Тоже как вариант, Лера. Хорошая смерть на самом деле. Мия, а ты что здесь стоишь? Ты думаешь, что я тебя не замечу или что? Перехватывайте Мию. Это... А, да, конечно, конечно. Миюшка, пожалуйста, подойдите, дорогуша. На! Вот это прям прием кунг-фу какой-то был. Лера, ты уже умерла, хватит. Девушки, вы если что можете собирать как Стасик, мы как бы не жадины, поделиться можем. Счет-то всего лишь 5-1, и вы совсем не лохушки, ну совсем чуть-чуть. Но мы вас любим, честно, хоть и обижать не хотим. Пока они нас не перестреляли, пока не взорвали весь этот мир чертовой бабушки динамитом, я тебе скажу огромное спасибо за просмотр и... Пиши в комментах, если хочешь видеть новую серию одного блока. Мы с пацанами в очередной раз затащили, поэтому мы гордо уходим на покой. Или... Ну, слушайте, как, это не совсем честно, я вам, это очень, это вообще не честно, Стасик, это, успокойтесь!